Всем привет, девчонки! С вами Оля, вы у меня на канале, и сегодняшнее видео я решила снять по многочисленному запросу. Это будет не полный рум-тур, а рум-тур по кухне. Кухня-тур, если можно так назвать. Интересно? Тогда ставьте лайк и оставайтесь со мной. Вот она, наша кухня. Она больше, чем та, которая у нас была раньше. Это, конечно, круто, и я очень этому довольна. Вот, смотрите, мы купили дизайнерские стулья. Они очень прикольные, бывают в разных расцветках, там какие-нибудь ярко-желтые, черные ножки. Ну, то есть тут можно все выбрать, но мы выбрали вот такие классические белые. Есть еще такие с дужками по бокам, но вот все-таки мы решили остановиться на классических таких стульях. Это стол, который мы купили в Икее. Он раскладывается и становится большим. На кучу народу, он такой тяжелый, основательный, стоил он, по-моему, 14 тысяч, и, в принципе, он меня очень устраивает, мне нравится именно цвет его. Ну и он подходит дальше к нашему полу. В той квартире у нас была вся белая мебель, здесь мы стараемся отойти от этого стереотипа. Видите, мы перевезли Ван Гога, он всегда с нами, здесь был телевизор, мы его, естественно, убрали, потому что телевизор мы практически не смотрим. Мы повесим все же телевизор в спальню, потому что иногда мы смотрим сериалы, но вообще он и, в общем-то, и не нужен. Мы также перевезли вот эти два наших цветочка, они живые, и вот эти из Икеи пока что мы просто забрали, они нам пригодятся, я думаю, когда мы организуем рейлинги до конца. Пока что у нас просто не хватает на это ни сил, ни времени. Вот, но я думаю, что будет все так же очень мило. А, кстати, спрашивали про высокий этаж, про не выпадут ли дети. Вот смотрите, единственная форточка, которая здесь открывается, это вот она. И сзади у нас вон там вон решетка, плотно держащаяся, через которую при желании даже не выпасть. Так что здесь все абсолютно безопасно. Смотрите, какая высота. Когда мы просыпаемся, солнце встает с той стороны. И практически вот до этого дома падает тень от наших домов. Это область московская, вид туда. Здесь недалеко видно наш дом, его крышу. Даша даже тоже узнала местности, там постоянно мне показывают. Здесь железная дорога, по ней ходит электричка. И даже паровозики ходят. Это Тимирязевский парк. То есть у нас свежо. Иногда, правда, слышно поезда. Теперь, что касается самой кухни. Тут я просто обязана сейчас прыгать, радоваться и бегать, потому что здесь есть посудомойка. У меня ее раньше не было. Вообще не знаю, почему, когда мы делали ремонт, я мужа не уговорила тогда поставить. Это же надо в первую очередь мне. Я сказала, да ладно, места мало, как бы я буду мыть руками. Зато теперь... Сейчас она у меня заполнена, не буду показывать прям грязную-грязную посуду. Ну, в общем, я очень довольна, и, конечно же, я с радостью ей пользуюсь. Единственное, что я не знаю правильных средств. Посоветуйте, пожалуйста, мне в комментариях. Я пока купила в магазине просто вот такие таблетки. Просто те, которые были. У кого есть посудомоечная машина, посоветуйте какое-нибудь хорошее экономичное средство, и чтобы оно было не вредное. То, ну, чтобы там без... излишка каких-нибудь СЛС, чтобы хорошо смывалось. Холодильник тот с нами не поехал. У нас теперь новый холодильник. Видите, все магнитики у нас остались. А холодильник новый. Он гигантский. Пока что даже у меня не влезает. Ой, точнее, не заполняется всем стандартным моим набором. Вот поэтому он полупустой. И морозильная камера. Жалко, конечно, что немножко я не успела на сезон ягод, потому что я бы сразу же все забила. Пока что, видите, у меня тут мороженое и замороженные пакеты с овощами. Но ничего, я еще успею затариться облепихой, ну и посмотрю там, что продают, кажется, черника. В общем, у меня тут будет все храниться такое для чая, для йогуртов и для всяких вкусняшек, которые я делаю. А теперь микроволновка. У нас, я не помню даже уже, какой фирмы она была раньше, но тут другая встроенная. Внимание, вопрос. Почему делают так, чтобы микроволновки кружились внутри? Это какая-то... это какой-то загон. То есть сейчас я просто ставлю сюда еду, она не кружится. Можно поставить несколько тарелок, они будут, не будут друг другу мешаться.
И это очень удобно, потому что дома у меня бесило, ставишь на этот круг, он постоянно двигается, и когда эти тарелочки крутятся, то они сдвигаются постоянно, как бы, было это не очень удобно. Вот, в общем, микроволновка, ну, собственно, как у всех. Ящики. Здесь ящиков много, это кухня больше, чем та, которая у меня была. Я пока что еще просто распихала все как могла. Ну вот, например, здесь у меня большие кастрюли вместе с макаронами хранятся. Ну то есть полный трэш. Просто я, как сказать, привыкаю. Еще кое-что новое для меня. Это плита вот такая сенсорная. Она не, как она называется, для нее не нужны отдельные кастрюльки. Это просто обычная электроплита. Она электро, и мне непривычно, потому что у меня все время до этого был газ. С тех пор, как я живу отдельно от родителей, у меня всегда был газ. Вот, и теперь, значит, плита. Духовка. Попыталась сделать в ней запеканку, не запеканку, а шарлотку. И что-то у меня не удалось, она не взошла, не знаю из-за чего пока. Наконец-то я поставила, тут тоже еще пока не убрано. Наконец-то мы поставили нашу обычную кофемашину. Причем тоже муж долгое время говорил, блин, я хочу кофемашину дорогую. В итоге мы выбрали вот самую обычную, хотя можем себе позволить что-нибудь там крутое, навороченное. Но на самом деле от нее больше ничего не нужно. Поэтому просто заправляешь кофе в рожок, нажимаешь кнопочку, и из нее льется нормальный напиток, который нужен. В общем-то, мы остановились на ней. И это мой блендер, которым я горжусь. Я его купила на AliExpress. Называется он, если что, вот так. Он классный. Он это аналог блендеру Ninja, который мы видели в Америке у подружки и которым активно пользовались. В общем, это тоже очень классная штука. Он рубит все подряд и... Классно, чайник переехал с нами, я думаю, что вы его знаете. Вытяжка хорошая, там у нас вытяжка не работала на должном уровне, точнее, шумела сильно, это, видимо, проблема установки. И вот здесь сейчас она стоит, вон, кстати, меня там видно. Хе-хей, привет! Вот, еще один классный момент, это вот такая столешница. Вот так как здесь нету никаких желобков, ну, как обычно, там раковина, да, выходит, и тут загибается железка, то можно вот взять тряпочку и стряхнуть со столешницы все вот так вот внутрь без проблем. Это так удобно, я это просто оценила. Круто, что это так сделано. Вот, ну, ножи я тоже забрала оттуда. Наша стандартная вот эта подставка, тоже я ее хвалю. И если вы ее где-то увидите или найдете, очень удобно. Чпокс, и ножи втыкаются. По-моему, купила... По-моему, в Икее такие продаются, но только там цветные. Это я купила там в каком-то магазине. Единственный недостаток этой кухни, он реально единственный, это маленькое место вот здесь для посуды. Мне его не хватает. И, ну, наверное, придется что-то где-то здесь распределить. Не знаю. Вот, вроде бы все рассказала. Если у вас остались вопросы, задавайте их, я с радостью на них отвечу. Если у вас есть какие-то рекомендации, может быть, фишечки, что можно там, какие-нибудь технические новинки. А, вот, еще мы хотим поставить кулер вот туда между холодильником. Сейчас здесь стоит Вики на кресло, мы хотим туда поставить кулер и воду, чтобы нам привозили постоянно. Вот, посоветуйте, пожалуйста, мы еще в это абсолютно не вникали и... Не знаем, что поставить. В общем, я жду внизу ваших комментариев и рекомендаций. И еще, у меня последний к вам вопрос. Я вижу, что вам нравится видео про квартиру и про интерьеры, и про вот всякие такие обзоры. Скажите мне, пожалуйста, может быть, мне стоит прийти кому-нибудь в гости и снять их квартиру, и снимать другие рум-туры, или вам нравится именно то, что это происходит со мной? Пишите, пожалуйста, тоже ниже в комментах, и спасибо вам за такую активность. Я вижу, что видео просматриваются чаще, конечно же, это придает мне силы и энтузиазма. Спасибо, что вы со мной. Вот. Поэтому увидимся в новых видео, до скорых встреч. Пока-пока.